Правительство Мальты хочет привлечь интерес к компаниям, занимающимся криптовалютами. Для этого разработан законопроект, направленный на создание специального центра регистрации цифровых данных на Мальте – цифровой инновационный орган. Новый центр будет сертифицировать блокчейн-платформы и осуществлять мониторинг криптовалютных транзакций. Будут также формализованы условия проведения ICO. Закон устанавливает правила в отношении услуг, непосредственно связанных с криптовалютами. Посредники, такие как банки, брокеры, биржи, инвестиционные консультанты, поставщики кошельков и управляющие активами, будут подчиняться его положениям. Конечная цель состоит в том, чтобы способствовать инновациям путем создания успешной экосистемы.